Судя по Виктору Васильевичу, что Это теперь будет постоянно. Теперь Павел Андреевич будет постоянно что-то снимать. Павел Андреевич, или кого-то. Главное, чтобы там было солнце, а то ваши камеры все шли. Размокнет, да. А так вы его сушите. У вас совсем не дрожит рука. Я другой, знаешь, что это. Чего? В результате, после всех этих назначений двух мест встречи, там нас должен ждать только один человек. И к этому времени сильно волноваться. Продукты там надо взять. Там семья тоже туристов, мы пришли. Просто туристов. Стояли. Все сразу замолчали. Жизнь вернуть в потом смонтировать материале. Не скажешь, что такого не говорят. Тебя этого не ожидал. Ты сильно не ожидал. Что, опять? Я тебя ждал вчера у Хаева. Подожди, дай водички. А ты не пришла. Ожидающий. Спасибо, конечно. Ты же врезый. Он нас видит или нет? Он нас видит, раз он язык вам показывает. А, я тебе буду порцию меньше добавлять.
Почему он не пришел? Сейчас, не ржавчик. Да ладно, давай по бревну. Так что у вас не мокрые ноги? А что вам помогает? Ультрадрай с крылышкой. Я не могу. Это еще не лес, где тут сосны? Я хочу сосны. Я хожу плавно. Я достаточно плавно хожу. Теперь, пожалуйста, место. О, знаете, как лунные камеры снимали? Почву, а потом ваши ноги, которые медленно на нее становятся. Павел Андреевич аккуратно сзади. Обидно. Я тоже думал, я упаду. Там камень смотришь, он стоит как. А как тут проползать? Вот давай. Так вот. Это я попытался проехаться на руке. Наш тяжеловес лежит. Иван Поддубный свалился. Подождите. Пролезай. Можешь опереться на колено, нормально. Давай. Аккуратно. Так, теперь если я упаду, трум. А вы можете повернуть? Да, 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 Галя, вот. А? Там нормально. Серьезно? Распяли, но не сильно. Распять или расшесть? Спасибо. Спасибо. Готов? 10 минут. Морпехи не боятся, вот. Да, реакция. Освежилась?
Опа, ты с ручкой. Так, цензура. Это вырезать. Ах, как это было? Вы видели? Вот теперь ваша очередь. Да, теперь, а, я тоже так хочу. Иди, ты сядь, я тебе водичкой облью. Класс. Да, заодно и спинку помыла. Я так уже, так и надо меня бить. Да. Валерий Яковлевич, не устраивайте дедовщину, подвиньтесь вот чуть-чуть сюда. Зато на меня солнце светит. Так видно меня. Ну вот чуть-чуть вот так. Больше нет, Валерий. Вот здесь вот стоите. Не громим. И в твоей тут. Ну вот пришел. Мы будем жить. Ваня, дай Бог. Я прошу, не дал. Вот еще раз. Ну, побурчи еще. Не могу бурчать по заказу, это вам что? Я вам что, бурчатель, что ли? Бурчатель – это нудные люди. Я уже совершенно не нудный. И ни разу в жизни не бурчу, а всегда говорю правду. И всегда по поводу всякому. Без повода, потому что я никогда ничего не говорю. Да, конечно, здесь место. Такое. Для такого подъема особенно. Сейчас можно расслабиться и полюбоваться природой. Это кроме дороги, в камнях ничего не видишь. А какая это высота примерно? Около километра. Плетение. Андреич, я вам потом в камеру скажу насчет веночка, хорошо? Можешь уже начинать. Дорогая Юлечка, я научилась наконец-то плести веночки. Фу! А кто учил? Юля меня учила. Я тоже. Саш, стой там. Не спичь, Саш. Ребят, я шоу. Дальше что? Вы нацепили? Нацепили. Вот эту штуку ходом по ходу. Серебром внутрь, да? Серебром внутрь. Вот у вас вход. Ну то же самое, что там, ну да, там вход две свечи. То же самое, вот. Вот свет другой. Энгельс был прав. Труд из обезьяны может сделать человека. Еще с утра я был обезьяной. Вот я уже становлюсь потихоньку человеком. То есть, давайте кушать. Бросьте каку, давайте кушать. Коля, быстрее! Подожди, а какой вообще? Вот, вот, у нас бланк? Есть Галина Бланк. Что еще? Давай. Это нового костер не бросать. Под дерево и пищу. Андрейчик, колбаса. Здесь мыши. А чё я дал кому-то им сделать? Лёвка их носкам, а он не спалил. Бисквит есть. Шерстяные носки толстые такие. Обычные носки. Вы не мёрзнете? Мэм. Земли. Добавка чая без сахара. Что значит без сахара? Сахара больше не дадут? А где? Да зачем мне кидали лимон? Зачем мне это кислятина? На два человека по одной такой штуке. Это странная норма. Так, размешали. Ты размешал свой сахар? Я не вижу своего сахара. Дай мне эту штуку, Олька. На тебе ложечку. Ну, ты можешь это... Да ладно. Нет. Да делись с кем-нибудь еще. Вот я с Мулей поделюсь. Вот со мной со Шулей поделюсь. С кем поделиться-то? Держи. По Андреевичу. 28.04.99. Мне была предоставлена глубочайшая честь первый начинать писать наш бортовой журнал.
Следовательно, моя рукопись будет примером для будущих поколений. К сожалению, вести детский борт-журнал надо было начинать еще вчера, но я постараюсь наиболее точно изложить все происшедшее. Мой апрель. Господи, неужели это все-таки началось? Еще каких-то пару часов назад я рисовал на доске профиль Жуковского под хитроватые улыбки девятиклассников. Еще светило на небе солнце, а сейчас мы под стук вагонных колес быстро удаляемся от Одессы, глядя на струи дождя за оконным стеклом. Дождь в начале похода – это добрая традиция, это хорошая примета. Мы – 11 взрослых и детей, связавших свои судьбы с Ришельевским лицеем. Неизвестно только, нужен ли союз «и» между словами «взрослые» и «дети» в предыдущей фразе. Шасик, где ты там, тундра? Доброе утро. Всепроникающе плечо. Доброе утро, Валерий. Доброе утро. Ой, камера. А я только что-то хотел сказать. Доброе утро. Всем доброе утро, птицам доброе утро. Всем я доброе утро. Я так люблю всех. Там хорек бегал. Хорек, доброе утро. Доброе утро, хорек в розовых штанишках. Я уже. Иди расскажи, Тонь. Товарищ Кулипа, вы на мне сегодня ночью женились. Считайте и три банки дайте Вите, на обед будем, когда мы будем вкладывать, это отдельно этот самый, ну перекус будем делать. 18. Мало? Это много. По бутерброду же на перекус. У меня. Изюм. Я достал. О, слушай, там яблочки есть? Нет, это лук. Картошка. Так, ну витамин С там тоже есть, Витя. Кубики, можешь поговорить? Маги и перец. Супы, значит, это будет считаться. Это вот. Легендарная, побывавшая под Одесским и под Симферопольским дождем наш списочек. И все-таки мы забыли купить капусту. Не только по Симферопольским, под Одесским тоже. Подожди, под Одесским и Симферопольским. Так, и все это. На дочь бы проверить ее. Я взял этот аппарат.
Пойдем. Можно там пройти? Да, вот этот перевал. Перевал. Горуча, вот перевал. Вот Горуча перевал. Он 700 метров. А тот перевал 500 с чем-то метров. Облако поднимается красиво. Да, да. Мы 200 метров сейчас будем высоту сбрасывать с верхнего Кокосана, потом снова набирать. Ну, сильно сбрасывать не будем. Это вишня. Это очень редкая птица. Очень ценная. Где они? Ну, вот они того же летают. Черные грифы, они очень редкие. Они, во-первых, одного птенца выводят. Этот птенец достигает взрослого состояния только 4 года. А сейчас лагерь где-то здесь. Поэтому они так медленно размножаются. Мы вот поднимались, смотрите. Вылезли в эту гору, вот отсюда мы вылезли на верхний Кокосан. Верхний Кокосан вот здесь. Теперь как верхний Кокосан, мы будем вот здесь. Дорога сюда уходит на перевал. Идем. Я все больше и больше корабель открываю. Да, но облака все больше и больше налазят. С моря лезет. Море. Вода холодная. Вот здесь надо было палатку ставить. Ага, тут продуваемый 7 ветрами. Так хорошо. И воду зимой не высасывать, да? Да. А нет, слушай, там смотри. Подходим. Вот здесь, вот, вот она стоит. А вот она. Подходим. А вот перевал Горуча. Мы к ней подходим. Вот, вот отсюда вниз, вот тут Зеленогорье а мы видим. Вот внизу Зеленогорье. Вот здесь вот где-то. Стоянка вот здесь где-то, вот тут. Так мы вот что, уже где-то. Столько прошли, что? Ну что? Так, это же много вот. Это нет, километров. На карте. Это что, вот. Полукилометровка или что? Я не помню уже. Километровка. Вот два курса вправо возьми. Скалка стоит. Тут была скала. Отстояние. Перед нами партизаны были. Потом здесь. Что не учить? Что запишите? Сейчас запишемся. Мы пошли записываться. Тетрадище, там можно будет писать. Вот, сахарная головка. Как ее называли? Что писать? Ичкинский партизанский отряд, который еще мы здесь были. Здесь был Ришельевский лицей. Двоеточие. В составе, да? И они решили немцев, и остановили меня. Вот один немцы остановили, не дали ужин. Первые, что в октябре. Вот здесь штаб Макроусова находился. Вот гора Скирда, средняя штаба. Макроусова, сказал, Макроусова. Макроусова, что его, что ли? Здесь можно найти по одному. И землянки найти можно по сколько. Да, здесь. Ну вот этот, кучу красотанки, что? Вот. Коля, я хочу с тобой. Ну давай, давай. Калки торчат. Хара Бурун, это хора называется? А что это за стан трава? А какой это? Хара Бурун. Босс, дайте ручку. Хара Бурун. Вместе, пеш, можешь. А можешь тащить черточку хотя. И еще, смотри. Вот где мы на речке шли, поднимались по каньончику. Вон поляна. Видишь речку, где мы стоим? Сейчас речка вот так вьется, ходит. А вот ее приток. И вот за так хора Буруном они сливаются. Мы когда вчера шли, разъединялась речка. Переходили, сразу две речки переходили. Вот он находили. А вон синий камень мы вчера увидели. Видите, вон. Сейчас. А, рука не пишет. А вон еще точка, смотрите, ориентир хороший. Белая вершина. Где? Не вершина. Вот смотрите. То не вершина белая, да? Как кругом. А рядом кружочек. Да, шаром показывают. Да, да. Вот это перед. Самое счастье у нас. Не, я же очень близко сижу, по-моему. Ничего, нормально. Стены. Лепота. Ширится Москва. Будьте конфеты. На, дай. Разные. Бывай себе глюкосана до масок дотехи дали. Ой, мать, что-то. А вот так, как мы попали в глаз. Я себя поворачиваю. Ущелье так, если когда группа заканчивает походу, заканчивали. Ноги подвернули, через ущелье спускаются вниз. Оставим его.
получается. Нет. Но видите, если я выстрелю в шарик, он же испортится. Кто забрал нашу эту вот палку? Не болей, кому нужна твоя палка? Я не брал. Девчонки, гляньте, тут там еще набор колышков. В маленьком набор колышков в большом деревне. Погода может быть непредсказуемой. Нормально, два дня запаса есть. А нам все равно. А вы видели? Посмотрите сейчас, как они будут открывать. Смотрите, смотрите. Ну, поближе. А кто сюда опять вот тут? Они что, здесь растут? Я только что отсюда вытащил полочек. Ну, выходи уже скорее, пленка идет. Так тут кто-то колышком пригвоздил эту змейку. Причем самое интересное, что в начале дождя я оттуда же вытащил колышек. Они там растут. Они там растут. Как грибы. Петлять будем. Подъемов сильных нет. Завтра 20 километров. Ну, 20. Главное, чтобы не вот так вот, а ровно. Вот достаточно. А нас не чешет. По дороге. Да, вас никто не будет чесать. Особенно на ходу. Вот эти машины свернулись на эту рыбку налево. Она прямо сидит туда на перевал Калистон. Выходит. И вот по такому гребню. Идешь по гребню, вот она, обрыв. Влево-вправо обрыв, там тропинка узенькая. Ну, красиво, очень красиво тоже. Ну, когда солнце. Когда туман, я как-то детей вел, ничего не видно. А зимой мы оттуда свалили вниз. Прошли с километр, наверное. Тропа пропала, подтянула тропа. Но ничего не видно, что тут. И в лес как пошли, вот такой склон снежный. И падали через голову с рюкзаками. С такими метрами меньше. Если такими коленками. Ну я упала, ну честно. Плечи разомнуты, видишь? Это я хотел заходить. Придумай что-нибудь такое, да, свеженькое, новенькое. Пусть так подумал. И вот можно, ну, допустим. Мы с вами обсуждали направление вектора ускорения свободного падения. Да. Так вот, к тем двух пунктам его изменения про усталость и опьянение надо еще прибавить местоположение, потому что в Крыму оно явно в другое место направлено. Это, короче, про маевку анекдот. Вот это заветные три трубы. Да. Завтра будет родник Тихий, который за километр снизится. Да, называется Тихий, это лишний санатный, да? Нет. Из одной трубы течет одна водка, с другой другая. Так, по-моему, у меня шляпа мокрая, не обижда. Ты все больше не спать дежурить, пожалуйста. Вот ты больше по морде дадишь. Значит, не будете спать вы? Если да, я с тобой играю. Витька, не трогай. Извини, я тебя держал. Ты за меня держался, у меня в руках твой ножик. А что ты не делаешь? Серьезно? Режу лук. Страшно. Не знаешь, таким немножко стрёмно себе полпальца отхватить. Не, понимаешь, кстати, как-то проще, он более крутой. Хотя он такой уж острый. Вот так нормально, Олька? Вот так острый. Ну что нам будет хорошо варить? Хорошо, варить, не жарить. Чего только не плачь.
Я пока не плачу. А он какой-то лук да, такой. Нормальный лук. Абсолютно. Это неправильный лук. Что-то не знаю, что это лук. Что, батарею заряжаете, Павел Андреевич? Для меня напал такой же дурной пес, как я, но я его победил. Приблизи, подойди, у меня рачок вытянут. Дымка, видимость плохая. Не было в дымке, так хорошо. На юдах можно увидеть. А юдах, да, у тебя лучше дальше еще видно, да, вот там по дороге. Попробуй видно, скорее всего. Его сюда надо. Это обычный. Вот этот клещ, вот это надо избегать. Где он? Где ты его взял? Вот он. Давай, Андреевич. Вот смотри. Да, где он всех... вот, ой, смотрите, вот, вот этот клещ, вот этот опасен клещ. Маленький. Маленький. А вот такой нет. Он не любит съемок, ты посмотри. Не для прессы, да. А того маленького, наверное, видно даже не будет. Сейчас попробуем. Он сейчас начнет уже впиваться. Да не, наверное, долго не начнет. Еще не вырос. Они же побольше, вот эти клещи. Ну такие ему. Не, это он еще не вырос, наверное, потому что они большие должны быть. У них, по-моему... Здесь очень холодно стоять. Самая холодная стоянка. Да, тут вообще очень холодно. Ночевать здесь смотрит мрачно. Ну и тут скалы такие вот, скалы. И снег лежит до сих пор на южной стороне. Вот мы сейчас, я не знаю, сильно нет. Вот это тут, в двух местах. А вот там еще где-то снег лежит. Если на южной лежит в стороне, то где-то на северной пойдем дальше, вообще будет лежать на этом. Как называется это место? Чигинитра. По колено снега. Урочище, слово урок. Урочище видно. На Бабуганске? Пиканная картина. А вот, вот, Димир же, да? Выгинул, да, скалы и разбить. Вот здесь рядом. Потом через вот те сосны. Может быть, не будем делать длину за два камня? Ну, как-то вырезать шматки. Ну, не надо, не ставили, да, идти? Каждый пишет свою версию. Это давайте туда еще возьму компас и сориентируюсь. Сейчас займусь.
Я хочу мясо. Большой кусочек, чтоб все спередоли его захомякить. Знаешь, наверное, можно сделать? Пал, ты видишь, не суди. Мы здесь камни поднимем, палку продеем на камни. Да. Оля, да, вот это вот пускай будет у тебя. Это редкая гадость? Ну, это то, что я тебе вчера давал. Это вот эта розовая штука? Ну, нет, это не витамины, это септифрил. Что такое септифрил? Это от, ну, от горла. Это огибать, что так? Потом загон для скота, родник, от него пойдем на перевал. Ну, подъем будет на перевал. Ну, сложно. Как вот поднимались, когда мы, где беседка была? Вот этот подъемчик. Он такой просто тяжелый, но он несложный. Нет, ему нужно делать. Правильно. Отойди. Разлилась там. Если меня не подождут, я всех обгоню. Сказали, что подождут. А, боитесь? Вот, пойдем, смотри. Я это не застегиваю, что мы все равно. Пожалуйста. Вот так лучше. Рюкзак обратно положил. На тропе. Да, заморозили строители. А вот я хотела вас спросить, вот это вот гора, которая... Где мой дежурный? Меня покормили, теперь у меня пояс не нужен. Мне сказали, что она самая высокая. В Крыму самая высокая Роман Кош. Иди пока, Мили. На Бабуган Мили. 1545 метров. Давай. А ты что, жизнь красивую больше покрыть? Чем угодно. Извини, я не рассмотрел пока. Здрасте, Павел Андреевич. Здравствуйте. Я хочу передать привет маме, папе и всем родственникам. Я тоже хочу передать привет его маме. Не пришла этой песни. Но сегодня, может быть, споем. Что ли, представляешь, если сейчас уголь добывали, заповедники, каменный Там берут на жиру деньги сейчас, да? А, на чертюре. Да. Нам повезло, вчера туман был, нас никто не заметил. А так есть, да? А вообще, так, да. Обычно, да. И, кстати, на этом самом, на джурле у нас тоже взяли деньги. А на Демирджиме проскочили. На жирле за что деньги забрали? За проход по заповеднику. Там заповедник. Ну, не заповеднику, по лесу. Но вам не давали. Обойдутся. До свидания. До свидания. До свидания. Счастливо. Вы до судака? Ага. Удачи. Спасибо.
Пойдем. Вот на этот вот пересечем. А, ты вот эти билеты. Потом будет там еще по лесу, потом спускаемся к загону скота, от загона где-то. Это свинство. Мичка, это дродничка. Я сюда подниматься. Пошел, пошел. Вот сюда, вот сюда подниматься. Это как почетному донору советского. Мне, знаете, что не бойтесь. Да, руками не дотянет. Оля кидает прямо. Ну, начинайте. Можешь мне еще пальчиками? А теперь 6 сигналов точного. Ну, теперь, а верхняя фа, пожалуйста. Завтра будет чесночный день. Все дождите будут. У меня еще редиска есть. Валерий Яковлевич, у меня еще редиска. Редиску сегодня вечером умнем. Умнем. И сегодня варим чесночный суп. Из редиски. Сегодня варим жиденькую кашу. Берем вот эту шапку. Да, там у них сейчас помоется. Облако, да, но на самой горе. Как шапочка, смотрите. Вот на медведь гору, смотрите. Облако село на медведь гору сверху. Кого провожает? Спи спокойно, дорогой товарищ. Так, мальчик, давайте сейчас не бежать, пока я. Хорошо. Не прозевай. А то по дороге круг. Да сна останется там вернуться. Ну, Кавказ еще моложе, но. Слушайте, как они туда заходят? Вот дикие люди, ну. Все, дикобраза. Да? Вон пещера не вижу. Как будто вот темень. Не было. Далеко, видите? А вон ворон сидит на вершине. Да. Нет, это конечно это. Это называется Каратау, вершина. Вот так. Да, а вот это Яйлы. Снимали. Как бы дождь не пошел. Его не надо. Сзади еще полоса. Ну, вилок, пошли. У нас вилок много, поэтому. Вон тоже красиво. А Алексей, а вот этот приют, вот этот приют. Ну как с Аянкой мы были, на Чигинитрии прошли, Ниджика Касан. Мы там будем стоять. А что, там вот хорошо, там, где мы стали, там дровишки. Я про это место и хотел. Ну конечно, тут не было звуку не стоит. Мы рассчитывали, что она не будет стоять. Завтра подойдем. А я что-то купил, ха-ха-ха. Вон святой Алексей нарисован. А мы с коллегой ползем сюда на перевал. И потом вот этому персику, вот и там смотрим, все вокруг, возвращаемся, и зависит, как они шли, как они шли. Я приют был более такой, друг Витя там часто приходил на гитаре играл. Прикольно. Долго я тут буду лежать, а мне воды дашь или где? Маслята вы? Да. А что ты не сказал? Море. Вот такие. А что же они взяли? Маслята, что были сыроежки. Да, рассказывайте, если у них пористое дно было. Это было взять. Цвет, вверх какой у них был? Мухоморы были. Рыжий, у маслят вверх. Скользкие. Правда, не скользкие. На махе то были сыроежки. Нет, маслята скользкие или даже большие. То были сыроежки. С пористым дном. Ну что, сыроежки тоже съедут? С пористым дном сыроежки. Маслята не с пористым дном. С 1 мая! Не так быстро я не успеваю взять в кадр флаг. Да здравствует! Этот
патриот. Остался здесь с момента учреждения праздника 1 мая. Ура! Твоя манта. У меня не было никогда манты. Посмотри. Кстати, у Тони тоже красная косынка. А, я манту, кстати, в это самое. Твоя? Какая милая собачка. Ящик, вперед. Все, пошли. Да, 2 числа. Нет, хотя может быть для некоторых не нормально. А у тебя, значит, с этим что-то может связано в прошлом? Не там видно Алу, что там обрыв. Демер же целая гряда получается. Подождите, да? Ангарский перевал где? Там Ейла. Здесь Ейла, северо Демер же Ейла. Это есть. Демер же это целый такой массив горный. А где Ангарский перевал? Там где-то... Вот так прямо, километров... Вот за 12. Горой этой вот как маленький. А это получается, вот это уже Демер же, да? Да. Да, приезжает, когда на машине приедет. Ты на полу не отходишь? Ты говорили, говорили. Это разговорушка. Здесь нас же не объявляют, обсуждают нас и на выделе. Это в песках? Да. Охотник на ящериц. Турок, динозавр, хантер. Сейчас мы... Мы сделали это! Я джинсы постирал наконец-то! Как вы себя чувствуете после бани? Массаж то, что надо! Это такой энджой, вы себе не представляете! Детки! Детки! Вам! Семен!
заново. А святым впечатляет. Ну что, набрали можжевельника? Да. Чуть-чуть не успели. Ну, кипятите его с водкой. Кстати, это он беру голыми руками, я привычный. Когда кусается, ну, жалит. А какие у нее вещи, это... ужас. Она жалит, да? Вот она этими клещами пугает. Она клещеная, нет, не смотрел. Или на них? Все, отпускаем. Все? Вот монстр. Валерик, что ты поступал? Мы уже не успеем все потерять себя. Холодные винчики, свет. Ты юный биолог. Да, я юный биолог, я этим горжусь. Вообще, сегодня день конопца. У него лапка еще.
трактора. А, ладно, за тебя следят. Во. Теперь остается полбанки. Как хорошо бы для холода. Полбанки на себя. Ну конечно. Ты что думаешь? Ты ж сыр ешь. Ты ж сыр я ешь. Пол сыра съедаю. Я с тобой друг. Свидание. Так. О, себе вот на гробастал. Вот. Смотрите вы. Ох, много пошутки-то. Дай сюда, Саня. На, кушай. Ой, спасибо, Ай Болей. Расти большой. Спасибо. Так, дальше. На, кушай. Валерия! У нас Коля специалист. Коля! Это авиационные? Ты у нас специалист по оружию. Нет, Валерий Яковлевич, это эти вот минометные. Минометные? Минометные, огурцы. А этот диск от ППШ? Не рванет? Нет, это болванка. Надо попробовать. Может рванет. Это же ловко, там же ни пороха, ничего нет. Это просто болванка, которая должна шарахнуть по дому, а и дому взлететь. Это наши или нет? Нарезки. Слушай, вот такую дуру там скажи. Ящик, а не дуру. Кстати, себе. Пушку, еще эту вот болванку. Ящик болванок пускай за собой. О, лист, ты смотри. Там мы прижали лист. А он так теперь и будет на них. Вообще-то тут Павел Андреевич виноват. Это он кормить. Долго всем кричал, что он любит детей. И в конце концов у нас в отряде прибавление. На его же смене. Да, между прочим, на его смене он пришел. Вчера он не пришел. Сашуля, чем ты бегук? Такое. Тень? Тень. Ай, я в дырочку порвал. Где это ты нашел такую прелесть? А вот тут валялась. И ты, бедный Йорик. Если не хотите порнографии, одну женщину себе убить, вы камень. Да, одну из вас убивать. Пляжку кто-то нашел. Это пляжка, да? Нет, противогаз. Противогаз. И я без учета. Тут валяется, такие детали полно валяются. А третья любит тебя. Пойдем сейчас за скалу, покажу, где сегодня ночевать будем. Прикинь, с какого мы идти. Это большая бурульча течет, а малая, вот этому горбу малая бурульча течет. А, вон как. А теперь гоблинок есть, иди сюда.
ко мне, я покажу. Вот пещера есть. Там было, правда. Ортосим аэродром было. Сзади Караби Яйла у нас. Вон Каратау мы под ней проходили. Вон Караби сзади осталось. Вот Тырке видно, как хорошо, смотрите. Вот туда хотели лезть. Вот Тырке идет. Ага, памятник вижу, что дальше? Это массив Тырке. Вот он к нему будем выходить. А как? Вот по гребню, видите гребень? Да. Вот прям по Яйле, по этой, по всей Яйле. И по Яйле мы будем идти напрямую. Вот там, где голая, там. Да, там голая. Вот там, где голая вроде, потом начинаются деревья, там памятник. Да, вот туда будем. Ну почему мы ходили оттуда? Потому что еще ровно. Мы сюда сердце подошли. Я, наверное, я бы не увидел. Вон, лоб скалы не брали. Вон там, вон туда смотри, вон. Да я тоже хочу, вот теперь меня вот вместо того. Коля, давай, иди. Там пустим, что-то не надо. Как ты сидел? Ты тут сидел? Ну вот, ну вот. Коля, Коль, я нас нашла. Ой, покажите. Класс. Чонковский район. Это мы год назад писались. А тут с нами было этих школ. Три нашли школы. И рядышком еще. А, ты меня отбил. Я больше не хочу. Андрей, что у тебя катная пружина? Быстро. Дергай. Третий. Ванька, отдерни. Резина. Отдерни просто, за что ты. За что на 4 раза. Выйди! Какого года она? 902 года. Тебе сегодня со мной скоро 100 лет будет. Ну был что-то затвор, подкручивали, все открутили. Нет, они партизаны, они просто партизаны, понимаешь? Коля, группа питерцев под руководством Самуся В. Группа из Питера под руководством Самуси В. Витя Самуси их вел. А когда? Олег. 11.08.98. Витя Самуси — это наш крымский бард. Он живет тоже в Белогорском районе. Наш было видно, хорошо. Группа партизан. Пушка так вот разорвали. Ходили, ходим и будем ходить. Ручкой, пушкой тут. У него дети все время занимают первые и вторые места на республиканских турслетах. Он такой очень деятельный турист. У них такое снаряжение классное. Он сам бы думал. Я пишу. Жуля, слушай, бегай, принеси водички, а? Да. А вот там она была, я и стреляли. Вот они не знали, где партизаны, где конкретно. Вот тут площадь. Отсюда. Основная пальба была вот с горы Долго. Тырке там. Да нет, выступ тоже. Да. Это все большой плат. Это все Тырке. Это все Тырке. Чего все Тырке? Да, подожди. Да, вот по бугану, наверное. По бугану. Оля, ты идите немножко. Все. Ух ты. Олька, еще немножко. А вон то, на горизонте вершина. То бабуган уже. Бабуган. Бабуган. Бабуган Яйла. Бабуган Яйла, вот самый высокий Яйла Крыма. Мы не видели, подошли по дороге. Вот и так, и бабуган рядом. Да, Саша, давай. Я тут еще покажу. Не люблю там, где я. Вот 5 раз. Два вот так вот. Виктор, да. Олька, еще немножко надо? Троллями рядами, все это. Олечка, ты очень аккуратненько, не повредите себе ножку. Вы же потом на шпильке ходить не сможете. Взяли и все испугали. Ну, Саша, ну возьмите за ручку. Ну, взяли. Не, ну я не успела. А ты к Паундрею? Ты хотела к Паундрею? На пыль. Это Пастухов. Это наша первая поездка. Где-то 7-7. Так, где вершина самая первая? Что? Разве нет, проходить можно. По ней можно проходить куда угодно.
забили еще. Пятнадцать. А четырнадцатого снега много еще. Вода называется, вот дорога вверх вьется до деревьев. Вот если снег живет, лесок постоянно. Вот эти вот родники. Вот его речушка течет. Вот, я вижу, не перевал. Ага, перевал. Да, внизу дорога идет. Да, вот если мы сейчас дальше пройти на бугу, уже дорога будет. Пускай, например, ну тут хуже. Ходит тропа есть еще. Не доходя до лесника, тут балка есть, малиновая балка. По малиновой балке вниз. Но мы спускаемся прыгать там в Красную пещеру. А сейчас. Где мы сегодня были? Вон на тех пустырах. Когда? Сегодня? Да. Ой, прошли. А, и вот отсюда не видно. Вот здесь мы были. Вот так, если прямо подходить, вот здесь вот мы были. Мы же поднялись сейчас как с вами? Пошли прямо сюда перешли. Все на это место. Сейчас, когда уйдем туда, к Каламбайру, я туда вам покажу, где мы были. 10-25 оттуда видно. К Каламбайру вот так вот нельзя было выйти? Можно тоже к Каламбайру идти. Ну здесь, понимаешь, вот кто-то ночевал. Подожди, да. А вот сейчас выйдем на Зуйскую заставу, где Зуйский партизанского отряда застава стояла. Там окопы еще так. Заходить сразу памятники, чтобы потом не возвращаться назад. А походу интересно. Тут... Вот вояки такие, вот еще видно. Вот смотри, видите антенны? Да. Это то, что я говорил, запасной командой, что военно-морского флота СССР. Построен? Это русло единственное. Вот так. Было? Да, это было русло. Одни Яны и Франтишики. Две буквы сорвали. Других имен, туда, Дудашек вот был. А. Две буквы сорвали. Франтишек вот они появились. Ваш... В июне 43-я появилась, до марта 44-го года они здесь сражались. Появились только летом 43-го года. Значит, можете купить? Надумали перейти. Что за жука? Ну, ядовитый, наверное. Так вот, а куда тебе всякую гадость на руку сошивать? Вонючие такие, вонючие. Катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и
И дрались мы до ссадин, до смертных обид. Но одежды латали на матери срок. Мы же книги глотали пьяни от строк. Липли волосы нам до вспотевшей лбы. И сосала под ложечкой сладко от фраз. И кружил наши головы запах борьбы. Со страниц пожелтевших слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие бой, тайну слова, приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних войн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут. В детских играх своих назначали врагов. И злодеям следам не давали остыть. И прекраснейших дам обещали любить. И друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев водили себя. Только грезы нельзя насовсем убежать. Краткий бег у забав, столько горя вокруг. Попытайся ладонью мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом и доспехи надев, что почем, что почем. Разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. И когда рядом рухнет израненный друг, и от первой потери ты взвоешь скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал, по оскалам забрал. Это смерти оскал, ложь и зло. Погляди, как их лица груби, и всегда позади воронье и гробы. Мясо с ножа ты не ел ни куска. Если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь рубай отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал. Если в жарком бою испытал, что во чем, значит, нужные книги ты в детстве читал. У тебя на полке плюшевый мишка и заяц в футболке. Ты давно когда ранним утром их нашла под елкой, а за старым шкафом портфель без ручки и летняя шляпа. Кто-то хитрый и большой наблюдает за тобой. У тебя в кармане два мелка и волшебный камень. Ты волшебный камень на 8 марта подаришь маме, а с высокой крыши все на свете слышно. Кто-то хитрый и большой наблюдает за тобой. Подобреет стужа, босиком
пройдешь по лужам. Ночью здесь купалась круглая луна, и тебе осталось, и теперь понятно, на луне откуда пятна. Кто-то хитрый и большой наблюдает за тобой. Что, сгущенка есть? О, сгущенка, у кого сгущенка? А больше нет. Одна банка осталась. Да, ну вчера две банки. Что я рассказал? Как это одна? Ну, если мы с палаткой. Тоже одна банка. Шкуля хрясла в палат. Ну, мы вчера решили съесть. Так, я не понял. Шура, где учет и контроль? Где? Может, мне спать во всех палатках сразу? Саша, одну секунду, мы с тобой поделились. Где ты со мной поделился? А ты что, уже не помнишь? Врешь. Правильно. Сейчас дождик пошел, мы остались. Я дежурный, я должен был рано встать. Ой, только вот без отмаза гнилый. Коля тебе хлеб намазал, а остальные? Не понял. Я сейчас могу, но я сейчас покушу, буду мазать. Серьезно, да? Ну, я подниму, Валя, присядь. Ну? Момент истины. Этот кадр доказывает, что Бог сделал людей равными. Не надо мне рожки строить. А палка не заслоняет никого? Пуговицу нижнюю все застегнули. Нет, самую нижнюю. Ой, шнурок развязался. Ой, я галстук подтянул. Так, Павел Андреевич, давай. Шляпу. Оля, сними. Сядь нормально. Шляпу сними. Вот таких можно найти пещеры. Да, вот это вполне возможно. Вот, вот такие карты воронки пещеры. Где-то только с колом подходит. Скал, ты подошел, там дирают пещеры. Пещер очень много. Они дома могут расти? Землю мы пробовали, черневичную. Но мы не пробовали. А сыпь-то цветок. Мы бы выбрали, да только зависть была. И по камням, и тут скользко, камни все. Вот это голубиная пещера. Там не спустишься. Там не спустишься. Веревки нет, у нас одни грамма веревки нет. Там веревки нет. Мы веревки при территории, сказал, вытягивают. Много лет там почти там снег лежал, все закрыто было. Вот примула. Кто хотел примулу накопать? О. Задом. Погоди, беда. Ага, таким снег холодом могильным веет. Снег, да? Говорят, лежат. Идемте посмотрим. В пещерах всегда да снег достанем. Желающие слезем. О, давайте я с вами полезу. Фонарик есть, ребята, нет? Саша, сейчас фонарик. Сейчас Саша притащит. Сейчас Саша несет. Она, между прочим, занесена в пятерку самых красивейших пещер мира. Даже но вовремя ее остановили. А мира. Разрушение. Фонарик, вроде бы, сейчас до края дойдут фонарик. Нет, снег, снег, рука. Нет. Сейчас 10 внизу, да, сфотографируемся? Ваня, Ваня, отойди, там не видно, как спускаться. Снимай. Ну, красиво. А, вот я снять. Если вот отсюда снять. Не зря с переулки ходят, только с снежками. Что там, снег, да? Снег. В мае играем в снежки. Мы в июле здесь играли. Это холодно. Так, Олег,
Да. Олег, Олег, в сторону. Ищи, вот говорят, самый здоровый. Здравствуйте, Олег, ну, вот. Можно взять кровавый сейчас внимание. Можно, а то справа. Вы застряли или займешь и греешься? Игорь Павлович, там вообще есть дышать? А, нет, тут большая площадка. Вот, смотри, это стоп. Вы видели снег? Снег. Снег, блин. Давно не зима была, по снегу соскучились. Проходи туда вот. Я проваливаюсь в снегу. А здесь нельзя спуститься? Вот, Тоня, вот, ну, ага, смотри. Вот за ногу сначала вот сюда. Вот за ногу сюда потом. И то в отсутствии сил сопротивления. Куда, сюда? Вот сюда. Эту ногу давай. Давай. Я сейчас слов не помню. Я волнуюсь. Давай, давай, я держу. Может, снег с собой в Одессу взять, показать? Расставим. Да, почему ты этого не проведешь? А дальше куда? Шура пройдет. Ну вот я это вытащил. Да, дальше можно только с фонарем. Да. Да. Здорово. А ну, посветите сюда. А что, только один фонарик? Да. Сейчас я вам да передам. Это что, кувырок назад? Ольга, только... Оля, Оля. Это что, лед? Лед. Лед. Со снегом, ладно? Класс, купим, да. Это лед, да? Да, это именно лед. Вот здесь есть, можно. Вот это да. Вот тут круто. Это да. Вон еще, кстати, пещера есть. А, нет, тоже круто. Нет, пещера сегодня. Вот в таком месте никогда в жизни не было. И, вероятно, уже не может. Вот здесь надо снимать. Только не сильно кидаться. Сейчас, подожди. Давай сделаем батарею снежков. Только не сильно, потому что они твёрже. Да. Подлет! Снег кормит бочки! Стой, 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 стой! Фонарик чуть не уехал вниз. А? Ладно. А там можно выйти, да? Смотрите, а там есть проход, там можно выйти. Похоже на то. Да, там можно выйти. Посвети, да. Смотри, видишь, там только тот, который сбоку. Вот здесь пришли. Давайте в порядке. Оля, подстрахуй меня. Ой. Слева, давай. О, Оля. Спасибо. Правда, ты мне что, будешь кидать тебя, что ли? Да. Не знаю, что с этого получится. Нет. Оп. Все. Поставь. О, шикарно. Да, здесь освещение. Улипа! Ну что? Бедная. Зато ты ей дыхание пережал. Да ей хвост плавит. Зато хвост остался. Все, отсыпь. Смотри, она влажная. Отпускай, говорю. Ну все, снято уже и это. Все, все видели, что ты ее отпустил. Давай. А зеленых у нас еще не было. Да. У нас серые были. А говорили, батарейка кончилась. На коленке мой. Хорошая поза. Нет, ты не сильно присядь, ты чуть-чуть присядь. Оля, вот так вот, чуть-чуть вот так. О. Валерий Яковлевич, подожди меня. Валерий Яковлевич, только когда будете фотографировать, скажете раз, два, три. Елочка гори. Андреевич, готов? Да, уже иду. Давай. Там же отображенные стены. Там вообще столько можно с этих штук найти красивых. Диабаты там добывали, вот белая вообще. Да, это не кольцо, это что-то еще. Это перкат. Там.
Иван Андреевич, вот так вот и гибнут кинооператоры. Они в запале выходят на проезжей части, лезут в реакторы чернобыльские. Оля, грязный путь. Оля, мы уже в городе. Я тоже полежу. Жена быть приличными людьми. Оля. Приличная трасса Симферополь-Ялта. Ребята, алкоголизм, это же плохо. Слушай, может быть, отбьем? Алла, бери. Алла. А я скажу вперед, да? Да. Возьмите мой лицо. Сейчас возьмем. 13.50. Отворяй. Забавка. Все нам будем в Одессе. Ну, мы на юге. Да, все нам будет. Ты уже не надо говорить, что все в Одессе злые. А просто столько проблем. Ты же еды не можешь. Билетики приготовить? Шуля, билет. Так, не понял, ты уже бери. Не надо, ладно, еще к тому. Чтобы все билеты же начитаешь. Да, посмотрите, сказки английских писателей. Причем расслабиться же абсолютно нельзя. Завтра первый урок. Не, это с огромным удовольствием. А все кончается, 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 едва качаются перрон и фонари, глаза прощаются, надолго изучаются. И так все ясно, слов не говори. А голова моя полна бессонницей, полна тревоги голова моя. И как расти не может дерево без солнца, так не могу я жить без вас, друзья. Спасибо вам, не подвели, не дрогнули, и каждый был открыт таким, как был. А в дни короткие до сердца тронули. Спасибо вам, прощайте, докурил. А все кончается, 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 едва качаются перрон и фонари. Глаза прощаются, надолго изучаются, и так все ясно, слов не говори. Мы по любимым разбредемся и по улицам, наденем фраки и закружимся в судьбе. Но если сердце заболит, простудится,
искать лекарства будем не в себе. Мы будем гнуться, но, наверное, не загнемся, не заржавеют в ножнах скрытые клинки, и мы когда-нибудь куда-нибудь вернемся и снова будем с вами просто мужики. А все кончается, 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 едва качаются перрон и фонари. Глаза прощаются, надолго изучаются, и так все ясно, слов не говори. И так все ясно, слов не говори. И так все ясно, слов не говори.